Поехали. Спасатели Малибу. Этот сериал, который папа смотрит уже 2 года, я тоже наблюдаю и замечаю там много разных предметов, например, лодок или кораблей, которые плавают на воде. Но они же деревянные или железные. Почему же они не тонут? Сегодня мы это выясним. Всем привет! Я Ярослава Лайк, и вы на моем канале Ярослава Лайк ТВ. Сегодня в рубрике «Эксперименты, опыты и наблюдения» мы затронем интересную тему. Почему что-то плавает и не тонет, а что-то тонет и не идет ко дну? Почему это происходит? В чем причина? Давайте вместе разберемся. Лучше всего в этом разобраться при помощи пресной и соленой воды. Почему? Давайте смотреть опыт. Нам понадобится 2 чашечки, 2 вода, 1, но лучше взять 2 обычных куриных сырых яиц. Ложку забыли и соль. Вот теперь точно все. Чтобы сделать эксперимент, нам нужно налить половину водички сюда, а половину сюда, чтобы было поровну. Теперь нужно насыпать. Одну из чашек. 2 столовых ложки. Тщательно все перемешиваем. Яйца. А где же соленая вода, а где пресная? Вот так путаница. Ну ничего, вы всегда можете попробовать по вкусу. Это соленая, а это пресная. Ну вот что я вам скажу. Никогда не повторяйте подобных экспериментов, потому что вода соленая может быть не очень вкусная по вкусу. Мы немножко профильтровали нашу воду с соленой водой. А теперь окунаем яйцо куриное сырое в обычную соленую пресную воду. Как мы можем наблюдать, она тонула.
А теперь берем такое же обычное яйцо и ложим в соленую воду. И она плавает. Как вы видите, в пресной воде у нас осталось яйцо, и оно лежит на дне. А отсюда мы яйцо убрали. Сейчас мы хотим соленую воду подливать к этой пресной воде. Нам интересно, что же будет. Оно опустится, как лежит сейчас, или оно, наоборот, поднимется вверх, или оно будет как будто бы прыгать в воде. Начинаем подливать. И как мы видим, оно в воде, но оно всплывает из воды и плавает, только плавает не на поверхности воды, а в воде. Давайте добавим еще. Как мы видим, она продолжает плавать внутри воды. То есть мы извлекли такой результат, что в соленой воде яйцо поднялось и плавало на поверхности воды. Если его положить в пресную воду, то получается, что оно опускается и просто лежит на дне. А если соединить все вместе, то получается, что она плавает, но плавает она в воде. Происходит все это из-за разной плотности воды и яйца. Плотность яйца больше, чем плотность пресной воды. Вот оно и тонет. Еще важно, конечно, что масса яйца большая. Скажем, скорлупа не будет тонуть. Яйцо плавает на поверхности, так как плотность соленой воды выше, чем плотность несоленой. Чем больше соли в воде, тем легче становится для нее разные предметы, например, карандаш или ручка. Прекрасно смотрятся предметы, которые плавают на воде. Например, подводные лодки. Но они подводные, также они могут плавать под водой. Мне кажется, что конструкторы подводных лодок начинали опыты так же, как я, с яиц. Посмотрите, как же она эпично выходит сквозь лед. Ну а папа наконец-то досмотрит свой сериал. Грегори Алан Уильямс. Ну а на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте опыты, ищите истину. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. С вами была я, Ярослава Лайк. Вы были на моем канале Ярослава Лайк ТВ. Всем пока-пока!
всегда хотела узнать, почему что-то тонет. Группа тонет, нет, больше он не поможет. Какая скорлупа? Читай. Почему так происходит? В первом случае. Почему так происходит? Ведь вот если положишь на воду скорлупу, она не утонет. Потому что масса совсем маленькая по сравнению с объемом воды. Ну-ка смотрим. В книге так написано. Ко дну пошла. И тут тоже все ко дну идет. То в соленый, то в пресный, все ко дну. И эксперименты, видео, все ко дну. А в соленой воде яйцо плавает на поверхности, так как полность соленой воды... Плотность. А в соленой воде яйцо плавает на поверхности, так как полность соленой воды выше, чем плотность. Маленькое голубиное яичко, попрыгунчик. Посмотрим, может быть оно? Нет, ничего. А шоколадное яйцо? Нет, что-то очкую насчет него. Шоколадное яйцо спасать надо? И не досмотрит кино, сколько было кадров. А я сейчас старую себе морду.